Хочу показать вам, друзья, еще одну мою работу из серии гербарий. Мне очень хотелось вышить всевозможные растения. Ну вот, пока вышла одну. Схема эта очень простая. Нашла ее я также в интернете. Вышивалась она легко и быстро, потому что тут несложные такие схемы. Цветов мало. Нет такого разброса по цветам одиночного, как в предыдущей работе моей. Я уже эту работу постирала. Думала, стирать, не стирать. Но прочитала, что советуют все-таки постирать ее. Канва осталась такая же жесткая после стирки и утюжки. Так что теперь осталось только ее оформить в рамку. Хочу еще вышить гербарий. Так что буду искать рисунки. Вернее, рисунки, схемы у меня есть. Тоже в интернете нашла. Теперь надо просто найти время. Пока еще светло. Зрение тоже не очень у меня. Вышиваю в очках. Но очень хочется что-то делать. Руки чешутся по работе, скучаю. Поэтому на это время еще вышью какую-нибудь картину. Так эта работа выглядела в интернете на картинке. Правда, схема была с корневищем, но так как я вышивала под определенную фоторамку, то я корневище вышивать не стала, потому что она у меня не поместилась бы все равно. Хочу пожелать тем, кто занят любимым делом, творчеством, успехом в творчестве. Всего вам доброго, друзья. Творите, дерзайте.